Всем привет. Привет. Доброго утра, дня, других времени суток. Ох, начинается наше первое сафари в парке Амбасели. Сейчас вечер, 4 вечера. Мы идем в наше первое сафари по нашему чудесному кемпу, который мы вам уже чуть показали в прошлых видео. В общем, оставайтесь с нами, сегодня будет много интересного. Чтобы вы понимали, друзья мои, мы едем, а за нами такая пылюка. Помните, у нас было сафари в дождь? Это сафари просто в такую бурую пыль. Ну и перед нами, кто едет, тоже нам дает пылюки. Вот. А мы в парк еще не въехали, это дорога из отеля в парк. Поэтому у нас есть бандана. Точнее, это две мои банданы, которые наша свою успешно забыла. Вообще-то это мне подарили этот цвет. Но ты у меня его отжала. У тебя черный. Вот мы уже ехали в парке. Как вы чувствуете, смотрите, сколько машин за нами. Это хорошо, что мы зарегистрировались заранее. И мы взяли билеты и уже мчимся. Красота, смотрите, это просто что-то неимоверное. Уху, Амбасели парк, вот он какой. Саванна, настоящая саванна. Одевайся, Наташ, пыльно. Как одевайся, куда одевайся? Вон жирафиков уже вижу, извините, трясет, но просто ничего сделать не можем. Еле держимся на такой скорости. Сейчас ближе подъезжаем. Ой, унюхает у него там, извините, хвостик. Второй. Уже много жирафов видели, классно, классно. Жирафы сказочные животные. Thank you, Paul, we can go. Ой, Paul. Ой, Paul. Moses. Да, перепутали немножечко имена. А вон Пумба бегает. Пумба, смотрите, какой красавчик! Боже, ну, какой он смешной! Кениан Экспресс. Да, как говорил наш гид в National Park, Кениан Экспресс. Смотрите, какое небо шикарное висит просто. Эта территория вообще неимоверная, да, какая-то? Ага. Большая территория парка. Вот, подъезжаем, видим жирафку. Видим жирафку? Жирафка такая одинокая, да, такая идет, гуляет. Сейчас приближу. О. Привет, красавец. Это мальчик? Не знаю. Красивый парк. Ну такая сейчас такая какая-то земля такая, как выжженная, а более зелено было. Пошел горделивый куда-то гулять. Показался и пошел. Молодец, спасибо ему. Ну пока на жираф нам везет. Смотрите сколько. Один и второй. Класс. Не устаю любоваться этими животными, хотя мы действительно много с вами их увидели. А это по радио рейнджеры переговариваются, где какое животное вышло погулять. Вот смотрите, за этими облачками, тучками Килиманджаро. Видите, только вот видно какая-то часть, которая внизу. Начало. Ну, пока не получается увидеть гору. Огромная, но закрытая облаками. Но пейзажи все равно какие-то такие умопомрачительные. Тут еще немножко зелени есть. А здесь вообще такая лысая-лысая местность. Да, и кто-то идет, там газелька или кто-то импала, я не знаю. Да, где-то очень вдалеке. Да. Она даже незаметно идет. Смотрите, друзья, вот они, Пумба. Или бородавочник их называют. Такие милые вообще. Или Кенийский экспресс, потому что бегают очень быстро, просто. Такие... На этих словах они просто передвигаются. Потешные. Да? Потешные. Но мы уже видели, как они с жирафами бегали, как они с сегодняшним видео бегали через дорогу. Классные пумбочки. Травку они едят, интересно. Не знаю.
Главное, чтобы не людей. Это ж кабанчики. Кабанчики едят много. Представляем вам газель Томпсонов. Сказали Томпсон газель. Нет, с такими длинными рогами мы не видели еще, даже в National Park. Нет, я видела, вот с этой полосой была, даже больше. Это, наверное, есть только в Амбасселе. Нет, был в National Park. Был? Да, ой, красавчик, камеру смотрит. Привет, привет. Ну это с ума сойти, на столько километров, она у нас стоит. Да, сколько мы проехали, она стоит одна. Ну что, вот вы, мы выполняем задание по пятерочке, слоны. Друзья мои, слоны. Далековато пока, но может это и к лучшему. Африканские слоны самые такие большие и агрессивные в мире. Они больше, чем индийские. Они больше, чем индийские. И как бы, ну, хотелось бы увидеть немножко их вблизи, но пока так они далековато. А ты когда увидишь вблизи, так хотелось бы увидеть. Да, индийский до нас напал чуть-чуть. Мы от него драфали на Шри-Ланке. Чуть-чуть за Наташиной спиной открывается Килиманджаро, но все равно не видно еще. Вот журавли. Краны какие-то, он сказал конкретно журавли, я не помню. Короны. Да. Я не знаю, как это на русском там. Крауны. Ну, королевские с короной. Потому что у них такой реально хохолок, и он рыжий, такого персикового цвета, красный. Красивые. Короны на голове. Такие благородные журавли. Побежали. Ой, какие они. Реально корона. Это шапочка. Даже не корону, можно сказать. Ага. Вообще, я тоже такую хочу. Мы тебе рогатку купим, Наташа, тут рогатки продаются. Как это мне поможет? Вот. И вот немножечко видна Килиманджаро, начало Килиманджаро. Вот и пумбочка серенький уже. Прикольный малыш. Ох, вам, наверное, в камеру слышно, как ветер завывает. Какой же он прикольный. Ой, хвостом болтает. Ай, попой стал. Это журавли покрикивают. Так, пумба стал попой, а журавли кого-то зовут. No, wait. Кого-то они звали, уже идут в гости, видимо. Это просто круто. Едем по дороге, и нам навстречу идут слоны. Прошу прощения за скакание камеры, но вы же понимаете, что я стою в джипе, и он едет. Вот это да. Стоп. Они же будут проходить. Класс. Говорит, идут домой. 7 лет мальчики. All two boys? Ну второй точно boys. Потому что там три boys висит. А что, не больше? Не, я же камеру смотрю. А надо все. О, да, там в порядке. А сейчас я приблизила 2. Вот я тут снимаю себе, да? Может быть, у тебя. Класс. Даже слышно, как они ведут. Настоящие африканские слоны. Ну не такие же они большие. Как ну тебе? Да. Ну, скажи мне, думаю, на Шри-Ланке больше были. Говорили, африканские самые большие, даже странно. Красиво идут, да? Красиво идут, спокойно, знаешь, грациозно. Знаешь, как я вот думаю, это на будущее, когда они вот так идут, надо раньше останавливаться и ждать, пока они пройдут. Потому что видишь уже, ну там немножко они. Ну, наверное, да. Остановились что-то. Стоп. No, don't go, please, don't go. Окей, но...
Иногда водитель не знает, дергает, думает, что мы посмотрели уже, мы подлетаем. Нет, так у меня телефон в руках. Ну вот, смотрите, из большой пятерки плюс жирафа и зебра нам осталось только леопард. Смотри, он правильно говорит, поехал. Ух ты. Носороги, да. Его. Нам дорогу переходят слоны. Интересно, как они утопают прямо. У него лапы вообще ушли до тела. То есть они там фон, они реально сейчас. Да, и солнце в камеру бьет, не знаю, видно ли. О, ой. Посмотри, посмотри, бегут, бегут прям, бегут. Может, они нас испугались? Ну вот так, жалко, что солнце в камеру бьет, но... Ох, как они бегут прямо от нас. И не от нас, они по своим делам. Какие красотульки, африканские слоны с бивнями. Уже мы стоим, эти вот такая местность болотистая в Ампуселе. Смотрите, птички класс, да, сидят, ждут. Слонов ждут, наверное, друзей своих. Вон слон идет. Слон и слоненок с такими бивнями шикарными. И вдалеке там еще тоже есть слоны. Шикарно так понаблюдать просто в природе, как они гуляют себе, купаются. Видно, да, они серые, но ножки мокрые и хобот мокрый, такие смешные. Прям смотрит такой большой на нас. Подходят, не подходят. Замерли, друзья, я наблюдаю. Не, я один кот. Ой-ой-ой, они совсем близко, как вы видите. Это кто кричит? Там слышишь? Это он кричит? Слон, я не думаю. Фух, прошли, я аж припотела. Сейчас я слоника погляжу. Я по попке слоника. Где-то он тебе вернул, погладил тебя. Это он спасибо мне сказал. Я его ласковал. Шикарно, друзья мои. Боже мой, пишите, что вы думаете, если так слон возле вас прошел.
они злятся. Надо сразу уезжать. Да-да-да, он близко, он где-то метров 20. Ты понимаешь? Ну, он уже уши раздувает и идет к нам. Поняла, валить надо, валить, да, все. Что мы, наверное, составили какую-то эту вот опасность для того слона. Да. Вот когда мы видели малыша и стадо слонов просто на нас напало, тоже было жестко. Не, снова. Такой, не-не, вы не на безопасном расстоянии, валите отсюда, просто валите. Ну, кричат что-то Аруси, Аруси, свадьба у кого-то. Опять ли вы кексом занимаетесь? А чтоб у нас сейчас свадьба, смысла тут не было. Все, милый слоник. Да уезжаем, мы развернуться не можем, слоник. Yes, yes, yes. Yeah, fine, fine, we can go. And we can go very fast. Гид смеется, понял, что нам надо сматываться. Боже, как он близко. Не-не, слоник, мы поехали, мы не хотим тебя тревожить. Сейчас он нас подпихнет, я чувствую. Ух ты. Слава богу, не в нашу сторону. Слушайте, а может... Они хотят идти по дороге, и это потому они нас выталкивают отсюда. Мы тоже хотим, да? Да нет, не надо, ладно, объедем. Мне так уже я и хочу по этой дороге идти. Какие они умные, ах. Все, пока, слоник. Ставьте лайки, народ, это видео того стоило. Ю-ху-ху. А если я сейчас захотел по дороге? Заметили, гид показал. Да, там такая это, глубина. Ой, подожди, там масса просто. Вот третий, четвертый, четвертый. Сейчас, прошу прощения. Смотри, уже большой. Наглубь ушли. Да, уже, о, да, уже ушли наглубь, когда мы стали снимать видео. Да, вино, агрессив for people. Рассказывают, что очень опасно для людей, и они именно сами нападают на людей. Вот единственный вид животных в Африке и вообще в мире, который сам бежит нападать на людей. Чего ему? Просто гиппо, да, он такой гиппо, да. Неприятная личность. Прекрасные страусы на фоне саванны. Кстати, очень много костей всяких в трупах здесь валяется. Ну, трупов не сказала, останки. Ну, останки животных даже, ну, с мясом еще. То есть завтра будет обед, а ты уже будет хорошо, да? Да, прямо обочины. Но мы решили это видео не снимать. Как-то не хочется. Страусы тоже потешные.